Сегодня 11 августа 2022 года. Я иду после работы домой, а по дороге я зашла в магазин и купила вот такой цветочек. Это хавортия из Южной Африки. Эндемик. Купила я его в честь того, что у меня появился сегодня свой собственный кабинет в новой больнице. Ну, уже не новый. Я начала работу в марте. В июне стала оберарстом. Но кабинета у меня своего еще не было. Надо было делить с кем-то. Я очень-очень рада. У меня большой, красивый кабинет. С видом на швейцарские луга. И коровок. И горы. Мне теперь надо украшать кабинет. У меня там просится картина на стену, потому что стены немножко измаюканные. Мне надо туда цветок. Я еще хочу цветок. Это маленький, я хочу еще один большой. И ароматизатор. Я не рассказала главное, что хотела рассказать. Вот этот цветочек я купила, как я только что осознала, потому что я себя с ним ассоциирую. Он такой же маленький в плане того, что я совсем недавно начала работать как сертифицированный психиатр и заведовать отделением. И в общем, опыта у меня тоже мало. Да. Я вот как этот цветочек. Зато он очень-очень крепенький и устойчивый. Вот. Это я, собственно, и хотела рассказать.